В России увеличилось количество поездов, в которых домашние животные могут ездить без сопровождения хозяев. Соответствующее решение приняла федеральная пассажирская компания. В новый список направлений вошли ямальские поезда. Новый Уренгой-Москва, Новый Уренгой-Уфа, Новый Уренгой-Казань и поезд до Екатеринбурга. Оформить спецбилет для питомца можно в багажных кассах. Стоимость начинается от 730 рублей и зависит от дальности поездки. Самостоятельно в дорогу отправятся собаки, кошки, птицы, морские свинки, хомяки, кролики, а также черепахи. Животные всю дорогу находятся в контейнерах или клетках. За состоянием четвероногого во время поездки следит проводник.